Не ради медалей и минуты славы на пьедестале почета заниматься плаванием щелковских школьников, воспитанников Центра «Нептун» мотивирует стремление к достижению новых целей и, конечно, то чувство радости, когда удалось усовершенствовать личный результат. Одно из направлений, активно развивающихся в Центре – подводный спорт. Благодаря работе педагогов и стараниям самих воспитанников, ребята с успехом выступают в составе сборной Московской области, становятся мастерами спорта. Главное то, что усердные тренировки закаляют характер и в целом помогают ребятам добиваться жизненных успехов. Учреждение дополнительного образования воспитало не одно поколение талантливых пловцов, копилки достижений, много побед. Так, в мае этого года воспитаннице центра удалось завоевать сразу несколько медалей на первенстве России по подводному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет, которая проходила в Ярославле. Я волновалась вечером перед соревнованиями, потому что высокий уровень, достойные соперники, усердные тренировки и очень хороший тренер. Милена справилась с своей задачей, то есть она поднялась дважды на пьедестал на первое место, стала победителем на дистанциях 50 метров классический ласт и 100 метров. В моноласте она уступила достойным соперникам из Томска и Красноярска, заняла третье место. В корпусе плавательного центра, расположенного в Первом Советском переулке, подводное плавание развивают сразу несколько педагогов дополнительного образования, преподавателей высшей квалификационной категории. Соревнования в стенах учреждения входят в обязательную программу. Так, по традиции, в конце года состоялось первенство городского округа по подводному спорту. Участие в нем приняли более 130 ребят. Состязания проходили в 5 возрастных категориях в течение 2 дней. На дистанции вышли неоднократные участники, победители и призеры муниципальных, областных и всероссийских соревнований. На них, конечно, на своих тренеров равняются начинающие спортсмены. Спортсмену главное понимать, что он соревнуется не для того, чтобы получать медали или выигрывать, а для того, чтобы показать, что он за недолгое время чему-то научился. И если ты проиграл, не стыдись этого, а просто принять. Я хочу стать тренером по плаванию. Стремлюсь к тому, чтобы стать чемпионом мира. В дальнейшем, как Феликс, стать чемпионом мира хочу. Плавание – это спорт, который укрепляет тело и помогает в будущем. Полное погружение в спорт, плавание в классических ластах, ныряние, спортивный дайвинг. Программа соревнований была насыщенной на группы дисциплин. А совсем скоро воспитанникам плавательного центра вновь предстоит представить городской округ в составе сборной Московской области на первенстве страны по спортивному дайвингу. В Санкт-Петербург на соревнования отправятся более 20 щелковских спортсменов. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.